Первый Крымский совместно с Российским фондом помощи продолжает социальную акцию «Мы помогаем тяжелобольным детям». Присоединиться к доброму делу может каждый. Короткое смс со словом «Дети» на номер 5542 латиницей или кириллицей спасет чью-то жизнь. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Наша помощь нужна Никите Каташонову из города Керчь. Мальчику 7 лет. Необходима срочная установка сверхмощных слуховых аппаратов. И вот мы как-то находим между собой... То есть я где-то посмотрела на него, он уже все понял. То есть вот так вот. Никита не говорит, все выражает эмоциями. Он улыбается и смеется, а еще мечтает стать художником. Проблема со слухом у мальчика с самого детства. Сегодня общаться он может только жестами. В 2008 году родился такой замечательный малыш. До 2 лет все было хорошо. Не могу сказать, чтобы он там сильно болел, что, знаете, там антибиотики, может, повлияли или какие-то препараты. Вот. Все было хорошо. Около 2 лет мы обратили внимание на то, что ребенок никак не реагирует. И, соответственно, нет речи. То есть в таком возрасте уже ребенок и мама, и папа, и стихи читает. Здесь ничего нет. На приеме у сурдолога им поставили диагноз – двусторонняя нейросенсорная глухота. В это просто никто не мог поверить. Очень тяжело. Я вот после того, как узнала, я просто, скорая от меня не уезжала. У меня постоянно было давление. Постоянно. Потом я уже как бы взяла себя в руки, потому что понимаю, что уже сделаешь? Ничего. То есть нужно как-то с этим жить, как-то бороться. Слуховые аппараты, выданные государством при Украине, как выяснилось спустя 5 лет, никак не улучшили слух ребенка. Напротив, по ошибке врачей в аппаратах неверной модификации он вообще ничего не слышал. И нам вообще изначально... не нужны были. То есть нам вот так вот неправильно подобрали их. Слуховые аппараты, да. И мы, считайте, потеряли 5 лет. Хотя я всем говорила, что мне кажется, что он на голое ухо слышит лучше, чем в аппаратах, что вообще кричу, не докричусь. На голое ухо крикнула, он раз и повернулся. В этом году Никита сел за парту в специализированной школе для слабослышащих в Феодосии. Его результаты удивляют не только маму, но и учителей. Если установить сверхмощные аппараты, то мальчику можно вернуть слух, и он заговорит. В это больше всего верит Марина Каташонова. Моему сыну нужны хорошие, супермощные цифровые аппараты. Потому что сейчас такие цены, а речи нет. Поэтому за счет этих аппаратов, я думаю, что появится речь. Будет речь, будет легче и ему, и мне. Сумма к сбору – 117 792 рубля. Помочь просто. Нужно отправить смс на короткий номер 5542 со словом «Дети» латиницей или кириллицей. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. После отправки вам придет смс с просьбой подтвердить перевод. Это требование закона о связи. Пожалуйста, сделайте это. Не оставайтесь равнодушными.